Доброе утро, дорогие зрители! Здравствуйте! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Встречайте новый день с нами, и вы узнаете много интересного. Восстановить за собственные средства. В Мамонове незаконно раскопавшему дорогу общего пользования жителю придется вернуть ей прежний вид за счет личных средств. Чистота и порядок. В Одинцовском округе продолжается подготовка парков и скверов к весенне-летнему сезону. Сделать город красивее. Очередной проектный семинар по участию в конкурсе по благоустройству состоялся в первой Одинцовской библиотеке. За нарушение – конфискация авто. Нововведение в Уголовный кодекс Российской Федерации прокомментировали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Впечатление от космоса. Свой профессиональный праздник о традициях космонавтов и внештатных ситуациях на борту рассказала герой России Елена Серова. Воля к победе – цель жизни. Пятый открытый спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Одинцовском волейбольном центре. Сегодня будет много нового и интересного. Оставайтесь с нами. Да, сегодня вы увидите и узнаете много интересного. Сегодня 13 апреля. В этот день, в 1887 году, в Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты «Дети лесов», поставленная труппой Николая Ивановича Шишкина. А 13 апреля 1904 года стало трагическим. У Порт-Артура при взрыве броненосца Петропавловск погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров. Еще больше интересных событий, произошедших 13 апреля, в нашей рубрике «В этот день в истории». «121 год назад, 13 апреля, в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Разработкой занималось акционерное общество постройки и эксплуатации экипажей и автомобилей, основанное русским изобретателем, одним из конструкторов первого российского автомобиля Петром Алексеевичем Фрезе. Весил троллейбус 820 килограмм, а электрическое оборудование для него изготавливалось по проекту барона Шуленбурга. Новинка прижилась не сразу, лишь три десятка лет спустя в Москве были введены троллейбусные маршруты. Также 13 апреля 1934 года в водах Чукотского моря была завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин». 10 августа 1933 года пароход «Челюскин», на борту которого находилось более 100 пассажиров, вышел из Мурманска и взял курс на восток. «Челюскин» должен был повторить подвиг Сибирякова, впервые в истории мореплавания, прошедшего за одну короткую летнюю навигацию из Белого моря в Тихий океан. Однако, когда «Челюскин» вышел в воды Чукотского моря, оказалось, что 0,9 его поверхности покрыто льдом. Летняя разведка показала, что всего в 15 милях впереди есть чистая вода, откуда нетрудно попасть в Берингов пролив. Но выбраться из ледового плена пароход уже не мог. Он не столько расталкивал льды, сколько вместе с ними в дрейфе медленно продвигался обратно на запад. Полярники вели отчаянную борьбу со стихией, но положение парохода продолжило ухудшаться. И 13 февраля 1934 года он был раздавлен льдами. Члены экспедиции и экипаж во главе со Шмидтом высадились на льдину. Советское правительство приняло все возможные меры для спасения людей. Первое приземление на льдину было совершено 5 марта, тогда со льда вывезли всех женщин и детей. 13 апреля 1934 года был выполнен заключительный вылет в лагерь, и на материк доставили всех остальных. Но между тем у нас в округе тоже происходит немало всего интересного. Да, и, например, жители деревни Мамоново добились справедливости. Администрация Одинцовского округа обяжет их соседа, незаконно раскопавшего дорогу общего пользования, восстанавливать территорию за счет собственных средств. Подробности в нашем репортаже. Зимой 2022 года один из жителей деревни Мамоново решил улучшить свои жилищные условия и провести в свой частный дом блага цивилизации. Только сделать он это предпочел за счет комфорта своих соседей. В прошлом году началась ситуация с того, что ребята захотели провести себе воду и канализацию, значит, перерывали тут весь этот год эту дорогу, перерывали, закапывали, значит, она начала проваливаться, образовались огромные дыры возле люка, образовались огромные ямы, то есть невозможно было ни пройти, ни проехать. У нас застряло две машины, мы вытаскивали эвакуатором машины. Все работы проблемный сосед проводил незаконно, без разрешительной документации.
Жители пытались повлиять на виновника беспорядка, но результата не добились. Весной ситуация ухудшилась. Дорога начала проваливаться. Проезжающие машины уходили под землю. Были случаи травм пешеходов. Помимо общего беспорядка, раскопки принесли дискомфорт и урон отдельным участкам. Они своими работали, повредили свою же сливную трубу, которая впоследствии лилась, вот эти вот все сливные канализационные воды, ко мне в огород. Терпению возмущенных жителей деревни пришел конец. Активисты организовали встречу с представителями окружной администрации, местными жителями и общественниками. Узнав заранее, что вот сегодня будет такая, как бы такое мероприятие, какая-то активность начала наблюдаться, то есть там достаточно активно начали какие-то работы проводить, показывать, что якобы что-то делается в сторону благоустройства, но на самом деле это не так. На место вызвали наряд полиции, работы были приостановлены, а техника арестована. Администрация округа взяла ситуацию на контроль. И теперь правонарушителю предстоит ремонтировать дорогу за свой счет. Сейчас администрация, используя различные административные воздействия на тех лиц, которые проводили данные работы, будет привлекать их, безусловно, к восстановлению дороги и тому благоустройству, которое было нарушено в ходе проведения несогласованных земляных работ. Поврежденная дорога в Мамонове является внутриквартальной с переходным типом покрытия асфальтобетонным гранулянтом, которое жителю предстоит восстановить в кратчайшие сроки. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». В Одинцовском округе продолжается подготовка парков и скверов к весенне-летнему сезону. Представители администрации, коммунальные службы, общественники и местные жители объединились в желании сделать город чище. Собирают мусор, устраняют дефекты, моют и подкрашивают скамейки. Строят веранды и выполняют другие виды работ. Подмосковье четвертый год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. Одним из таких показателей является активное благоустройство пешеходных зон, площадей, скверов, парков, набережных, спортивных и детских зон. Об этом не раз говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На благоустройство в Подмосковье огромный запрос. От того, насколько хорошо и быстро мы научимся делать из заброшенных скверов места протяжения, зависит качество жизни и облик нашего любимого Подмосковья. Необходимо больше мероприятий проводить в наших парках. Главным показателем работы парков является посещаемость. С начала 2023 года в Одинцовском округе их посетили более 2 миллионов человек. Данный показатель зависит в том числе от погодных условий и благоустройства. На сегодняшний день проводится масштабная работа по наведению чистоты и порядка в местах отдыха, в которую активно включаются не только коммунальные службы, но и местные жители, общественники и представители администрации. Прошу всех максимально включиться в весеннюю уборку, заместителей, начальников территориальных управлений, руководителей наших служб и предприятий, управляющих компаний и сотрудников надзорных органов. Повторю еще раз, наша задача – мобилизовать все силы, чтобы каждый на своем участке четко знал, что он делает и какие перед ним стоят конкретные задачи. К майским праздникам все должно быть убрано, обновлено и покрашено. Сезонная подготовка включает в себя уборку прошлогодней листвы, опиловку деревьев, установку урн, покраску скамеек, проверку камер видеонаблюдения и другие виды работ. Для этих целей задействуют 8 тракторов, 55 единиц малой техники и 200 единиц инвентаря. По весенним работам, которые проводятся в парке, составлены по каждому юридическому лицу дорожные карты, график проводимых работ. И самое важное – это то, что сроки. Все сроки у нас расписаны таким образом, чтобы в месячник благоустройства максимально все работы и по опиловке, и по мойке, и по подметанию, уборке, и, в общем-то, покраске было выполнено. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха работы в рамках месяца благоустройства ведутся с начала апреля. До конца месяца предстоит привести в порядок территорию с лыжероллерными трассами, спортивными площадками и другой инфраструктурой. После зимы в первую очередь уделяем внимание приведению в соответствие детских игровых площадок, производим мойку МАФов, готовим наши фудкорты, летние террасы. Ну и, наверное, самый большой объем работ сейчас для нас связан с очисткой трассы от снега. Принять участие в субботнике может каждый желающий. График проведения мероприятий регулярно анонсируется на сайте администрации округа, в социальных сетях и в средствах массовой информации. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».
А сегодня в Одинцовском округе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 16 градусов. Подробнее о том, какая погода нас ждет, смотрите через несколько минут. О ней нам подробно расскажет наша молодежная редакция. Ну а пока мы переходим к новостям региона. Итак, подмосковные спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей на 10-х всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа – Есенинский турнир, который прошли в Рязани. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 20 регионов России. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем космонавтики дважды героя СССР Бориса Волынова. Он дважды был в космосе и провел там 52 дня. Сейчас Борису Валентиновичу 88 лет. Он единственный ныне живущих из первого отряда космонавтов, в который входили Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов, всего 20 человек. Волынов осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых кораблей «Союз-4» и «Союз-5», а также стыковку с орбитальной станцией «Салют-5 Алмаз». В отряде космонавтов он находится 30 лет. Это абсолютный рекорд. В конце 2019 года губернатор присвоил Борису Волынову звание «Почетный гражданин Московской области». В Мунике имени Владимирского поступила 47-летняя женщина с жалобами на судороги и припадки. После обследования врачи выявили у нее опухоль в глубинных отделениях головного мозга. В такой ситуации пациентке было решено провести операцию по удалению опухоли мозга, во время которой пациент находится в сознании. Нейрохирурги и нейрофизиологи, лингвисты, психологи в ходе удаления опухоли непрерывно тестировали функции мозга. Врачи наблюдали за тем, как пациентка реагировала на заряды электродов, сжимала и разжимала пальцы рук, отвечала на вопросы медиков, реагировала на специальные картинки, чтобы после вмешательства женщина смогла вернуться к полноценной жизни. Операция длилась 5 часов и прошла успешно. Уже через 5 дней пациентка вернулась домой. В Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования лесов. С наступлением весны устанавливается сухая погода и возрастает риск возникновения пожаров. Авиационное патрулирование от 1 до 3 раз в сутки с учетом класса пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды и наличия действующих лесных пожаров, будет проводиться до 15 ноября. Все полеты будут осуществляться с участием летчиков-наблюдателей. В прошлом году при проведении авиапатрулирования был обнаружен 51 пожар на площади более 50 гектаров, что составляет почти 15% от общего количества лесных пожаров прошлого года. Далее в программе. Сделать город красивее. Очередной проектный семинар по участию в конкурсе по благоустройству состоялся в Первой Одинцовской библиотеке. За нарушение – конфискация авто. Нововведение в Уголовный кодекс Российской Федерации прокомментировали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Впечатления от космоса. В свой профессиональный праздник о традициях космонавтов и внештатных ситуациях на борту рассказала герой России Елена Серова. «Воля к победе – цель жизни». 5-й открытый спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Одинцовском волейбольном центре. Увидимся через несколько минут. Не переключайтесь. Ранее в программе. Восстановить за собственные средства. В Мамонове незаконно раскопавшему дорогу общего пользования жителю придется вернуть ей прежний вид за счет личных средств. Чистота и порядок. В Одинцовском округе продолжается подготовка парков и скверов к весенне-летнему сезону. Ну а впереди у нас еще много интересных тем. 13 апреля отмечается православный праздник «Чистый четверг». С этого дня начинают активно готовиться к Пасхе. Верующие приходят в храмы, исповедуются и причащаются. Принято убираться в доме, печь куличи и красить яйца. А еще вставать до восхода солнца и искупаться, символически очиститься от грехов и суеты. Какие праздники еще отмечают в этот день, расскажем далее. В
13 апреля отмечают Всемирный день рок-н-ролла. Праздник возник с целью почитания рок-н-ролла, его деятелей и поклонников. Дата связана с записью в 1954 году песни «Rock Around the Clock». Композиция получила высокую популярность во всем мире и способствовала популяризации жанра. В этот день любители стиля обмениваются атрибутикой, подарками, раритетными пластинками. А еще вспоминают выдающуюся фигуру рок-н-ролла Элвиса Пресли. Его творчество, уникальная манера исполнения и движений на сцене повлияло на множество групп, в том числе на The Beatles. Также в этот день отмечается День мецената и благотворителя. Праздник приурочен ко дню рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената в 70-м году до нашей эры. Он поддерживал поэтов и деятелей культуры, проявлял себя миротворцем, примирял конфликтующие стороны. Также 13 апреля отмечают Международный день благодарности растениям, День общения с духом безмятежности и Международный день топ-менеджера. И к важным апрельским темам, ведь именно в апреле проходит месяц чистоты и благоустройства. Как сделать наш город еще чище и красивее, поделились жители округа. Самые разные его представители – молодежь, долголеты, сотрудники администрации, многодетные мамы – обсудили проекты между собой и представили их к рассмотрению. Все это смотрим прямо сейчас. Хочется где-то провести, сделать такой, где скейт-зона, наш скейт-парк. Можно сделать такой амфитеатр, чтобы проводить маленькие мероприятия, да, для молодежи. Таким видит центр города наша молодежь. Они предлагают добавить активности и организовать пространство для творческих выступлений. И эти мечты вполне могут стать реальностью. Город Одинцово заявили на участие во всероссийском конкурсе по благоустройству. И для того, чтобы отправить заявку, нам необходимо собрать мнение жителей и уже на основе их предложений создать архитектурную концепцию и отправить ее для участия. Обсуждение прошло в первой городской библиотеке. В нем приняли участие представители разных общественных организаций, объединений и сообществ. У каждого из них свое видение преобразования. Заменили плитку перед администрацией, потому что там уже все ноги переломали. Вот эта территория тоже выходит за пределы вот, отрисованной территории. Детские площадки, там нет скамеечек для родителей. Родители стоят, вот просто дети играют, родители там стоят. Это третий пункт. Мало. Нет, там практически нет. И четвертое – восстановить дом офицеров. Центральная площадь Одинцова – это лицо и визитная карточка города. Поэтому она должна быть не только удобной, современной и комфортной для горожан, но и запоминающейся нашим гостям. Значит, наша задача не просто благоустроить центральную площадь, а вывести ее на более другой качественный уровень. Потому что понятно, что можно и поменять и покрытие, и плитку, и детские площадки, но учитывая наши сегодняшние возможности, хотелось бы нашу площадь увидеть в другом вообще свете. После формирования заявки в случае выигрыша наш город сможет получить федеральный грант в размере 106 миллионов рублей. И в 2024 году уже начать реализацию этого проекта. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». И еще одна очень важная и интересная новость. Согласно поправкам в Уголовный кодекс Российской Федерации, правонарушителям на дороге будут назначать наказание не только в виде штрафа или срока, но и конфискации автомобиля в пользу государства. Нововведение вступило в силу 25 июля 2022 года. Подробнее об этом рассказали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс России, а также в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность водителя за опасные нарушения правил дорожного движения. Теперь у судов появилась возможность назначать уголовное наказание не только в виде штрафа или срока, но еще и конфискации автомобиля. Федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся уголовной ответственности за управление транспортными средствами. Часть 1 статьи 104 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена пунктом Д, согласно которой в случае вынесения обвинительного приговора в отношении лица, совершившего управление транспортным средством в состоянии опьянения, привлеченным ранее к административной ответственности или имеющим
судимость, принадлежащее ему использованное им транспортное средство при совершении преступления будет конфисковано в доход государства. А теперь предлагаем вам вернуться к главной теме дня – газовая безопасность в МКД. Да, в многоквартирных домах, естественно, там, где есть газ, это всегда страшно, наверное, потому что, не дай бог, какая утечка газа, что делать, как быть. На эти вопросы нам тоже ответит эксперт. Смотрите далее в нашей программе. Ну, а пока мы отправились на улицы нашего города, вернее, корреспонденты нашей молодежной редакции. Узнали у жителей, сталкивались ли они со случаями утечки газа в квартире и как себя обезопасить от этого. Сталкивались ли вы со случаями утечки газа в квартире? И как себя обезопасить от этого? Нет, я не сталкивался, потому что у нас нет газа в квартире, в нашем доме нет чекина 11, у нас электрические плиты. Ну, я с этим не сталкивалась, так как у меня электроплита. Нет, мы не сталкивались, у нас все нормально. Нас проверяют регулярно, каждые полгода приходят мастера. Нет, я не сталкивалась, у меня электроплита. У меня не было утечки газа, по крайней мере. Ну, вовремя, как говорится, чтобы проверяли, да, газовые устройства. Просто внимание. Внимание к технике. У нас периодически приходили и проверяли газовые службы. Соблюдать технику безопасности. Переходим к новостям Москвы. В начале апреля в Москве стартовал беговой сезон. Весной проведут 4 старта под эгидой бегового сообщества. Среди них любимый многими жителями столицы московский полумарафон. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. Коммунальная техника Москвы перешла на летний режим работы. В период с апреля по ноябрь в городе задействуют 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч малых механизированных средств. В центре Москвы отремонтируют здание начала прошлого века. Шестиэтажный дом построен в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Петра Харко. В рамках столичной программы капремонта жилого фонда специалисты восстановят архитектурный декор, изношенные элементы, применяя технологии лазерного сканирования. Мотогруппы спасателей Москвы начали подготовку к летнему сезону. В это время специалисты участвуют в ликвидации последствий ДТП, оказывают первую помощь пострадавшим, ищут потерявшихся в лесу и помогают в тушении пожаров. В пожарно-спасательном гарнизоне столицы работают 11 расчетов на 22 мотоциклах. Ну и далее в программе. Впечатления от космоса. В свой профессиональный праздник о традициях космонавтов и внештатных ситуациях на борту рассказала герой России Елена Серова. Воля к победе. Цель жизни. Пятый открытый спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Одинцовском волейбольном центре. Увидимся через несколько минут. Не переключайтесь. Ранее в программе. Восстановить за собственные средства. В Мамонове, незаконно раскопавшему дорогу общего пользования жителю, придется вернуть ей прежний вид за счет личных средств. Чистота и порядок. В Одинцовском округе продолжается подготовка парков и скверов к весенне-летнему сезону. Сделать город красивее. Очередной проектный семинар по участию в конкурсе по благоустройству состоялся в первой Одинцовской библиотеке. За нарушение – конфискация авто. Нововведение в Уголовный кодекс Российской Федерации прокомментировали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Ну а прямо сейчас наша молодежная редакция расскажет нам о погоде. Доброе утро! Погода в Одинцовском округе сегодня ожидается облачная и зябкая. Воздух прогреется от плюс 8 до плюс 16 градусов по Цельсию. Вероятность осадков низкая – 10%. Атмосферное давление чуть выше нормы – от 744 до 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный слабый – 4 метра в секунду. Относительная влажность – от 41 до 68%. Магнитное поле спокойное. Световой день составит 14 часов и 2 минуты. Луна убывающая. И теперь о народных праздниках. 13 апреля на Руси отмечали День Ипатия Чудотворца. Ипатий известен тем, что мог исцелять от болезней. Чаще всего он лечил слепых, бесноватых, страдающих водянкой. Также 13 апреля считают женским днем.
потому что многие бесплодные женщины просили у Ипатия детей, и давняя мечта многих мам сбывалась. Поэтому, по поверью, представительницам прекрасного пола нужно вести себя в этот день достойно и не разгневать святого. А теперь немного о народных приметах. Если из березы течет много сока, то это к дождливому лету. Облака плывут высоко, в хорошей погоде. Ну уж если воробьи купаются в песке, это к дождю. Ну а вы улыбайтесь чаще, а хмурьтесь реже. До скорых встреч! Продолжаем наш выпуск. В День космонавтики Герой России летчик-космонавт Елена Серова поздравила всех с праздником. Рассказала о своих впечатлениях от экспедиции на МКС, внештатных ситуациях на борту и профессиональных традициях. С космонавтом пообщалась Полина Толмачева. Летчик-космонавт, герой России Елена Серова стала четвертой россиянкой, покорившей внеземное пространство, и первой на борту МКС, а также первой в мире мамой в космосе. Вспоминая полет 2014 года, Елена отмечает свои впечатления от увиденной красоты Земли из окна иллюминатора. Я увидела невероятно огромную Землю. Конечно, это немножко удивительно было, потому что обычно говорят, вот она такая планета наша маленькая, она такая голубая, красивая, но маленькая жемчужина. На самом деле она невероятно огромная. Но вот атмосфера нашей Земли, она действительно очень узкая, она небольшая, маленькая. За 167 суток, что их корабль находился в космическом пространстве, было много разных ситуаций, в том числе и внештатных. Когда мы на орбите уведения были, у нас не раскрылась левая солнечная батарея. Потом, правда, она при стыковке со станцией все-таки открылась. Но для нас уже это было не критично, слава богу. Было бы критично, если бы мы шли по длинной схеме. Это 2,5 суток примерно полета. Мы шли по 6-часовой схеме, то есть быстрее. И поэтому нам не требовалась дополнительная электрическая энергия. У покорителей космоса есть свой сленг – язык, наполненный сложными терминами, непонятными обычному человеку. Имеются и свои профессиональные приметы. Например, заменять слово «последний» на синоним «крайний» или перед полетом обязательно смотреть советский фильм «Белое солнце пустыни». Мы его обязательно смотрим, когда мы дублируем, на этапе дублирующего экипажа и, конечно же, на этапе основного экипажа со всеми иностранными членами нашей команды. Рассказывают о том, что кто-то из космонавтов вот экипажа там один или два раза не посмотрели кино, и вот у них случились неприятности в полете или на старте. Свой профессиональный праздник, День космонавтики, Елена обычно отмечает в рабочем режиме с плотным графиком. Но, конечно, 12 апреля для нее всегда наполнено поздравлениями и пожеланиями. Именно наши специалисты, наши инженеры, конструктора, наши космонавты, герои открыли дорогу в космос всему человечеству. Я хочу всех причастных к этой замечательной дате поздравить с этим праздником, пожелать космического здоровья, вселенского счастья, любви. Конечно же, выразить надежду в успехах, в дальнейших наших успехах в освоении космического пространства. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Одинцовском волейбольном центре прошел 5-й открытый спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья «Воля к победе. Цель жизни», посвященный олимпийскому чемпиону Виктору Куренцову. Впервые в нем приняли участие спортсмены из Королева и Красногорска. Спорт объединил людей разных возрастов и подарил множество положительных эмоций. Виктор Григорьевич был необыкновенным человеком. Для меня он был и учителем, и наставником, настоящим другом, всегда умеющим вовремя протянуть руку помощи. Я очень рада, что его память есть такой замечательный турнир. В Одинцове прошел 5-й открытый спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный олимпийскому чемпиону Виктору Куренцову. Его название «Воля к победе. Цель жизни» стало девизом для всех участников – людей, которые ежедневно преодолевают себя, доказывая окружающим, что успех приходит к тем, кто готов работать над собой. Люди сами себе ставят там барьер в голове. И, как говорится, кто не хочет, тот делает это, находит причину. А кто хочет, тот приходит и действует. В зале волейбольного центра собрались спортсмены всех возрастов, среди которых были воспитанники одинцовских школ для детей с ОВЗ «Гармония и надежда», Старогородковской школы-интерната коррекционного типа имени Фурагиной. Ежегодно соревнования собирают все больше и больше новых участников. Сегодня впервые к нам приехали команды из города Королева и Красногорска. Для участия в волейбольном турнире поприветствуем
эстафета, пинг-понг, дартс, настольный боулинг, гиревой спорт, жим лежа, волейбольные матчи для глухих и слабослышащих, соревнования, в которых в этот день победил каждый, вне зависимости от распределения наград. Дружба и сопереживание – вот истинные ценности. Команда и дружба, то есть командный дух, чтобы все друг другу помогали и радовались. Поддержать спортсменов пришли родители, учителя и тренеры. Успех воспитанники разделили со своими наставниками, которые порой вкладывают в них душу. Дисциплину, к работе, чтобы занимались, чтобы не ленились, чтобы тренировались, чтобы на соревнования поехать, не стыдно было завоевать первые места. Вот всему хорошему стараюсь их научить. Все призеры соревнований были награждены грамотами и медалями, а победители – сувенирной тарелкой, посвященной ежегодному традиционному турниру «Воля к победе. Цель жизни» с изображением олимпийского чемпиона Виктора Куренцова. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Вспоминаем итоги опроса и возвращаемся к главной теме дня – газовая безопасность в МКД. Да, в многоквартирных домах действительно важно поговорить о газовой безопасности и важно проверять постоянно газовый прибор, газовое оборудование. Меня знаешь, что всегда пугает? Страшно не за себя, а за соседа, потому что то, что проходит за чужой дверью, остается потемками. Да, особенно если сосед не всегда в адекватном состоянии, или очень, например, престарелый человек. Ну, или бывает в длительной командировке. Или в длительной командировке, что тоже может совершенно спокойно случиться. Просто обычная утечка, если человек не перекрывает газ, когда уезжает надолго. Я знаю, что для некоторых людей вообще просто вето на покупку квартир, если там находится газовое оборудование. Да, такое тоже случается. Лучше, конечно, может быть в этом случае там, где плита электрическая, но все-таки много домов, где газ есть. Предупрежден, значит вооружен. Корреспонденты нашей молодежной редакции уже узнали у жителей города, сталкивались ли они со случаями утечки газа в квартире и как себя обезопасить от этого. Ну а у нас сейчас эксперт по этой теме. Мы спросили, задали несколько вопросов Михаилу Владимировичу Каратаеву, заместителю главы Одинцовского городского округа. Итак, у нас есть несколько вопросов. Что необходимо знать о газовой безопасности, проживая в многоквартирном доме? В многоквартирном доме все системы газоснабжения являются в первую очередь системами общего пользования. То есть газопровод проходит по местам общего пользования, либо по фасаду, либо внутри дома. Современные требования уже это вынос на фасад газопроводов, но в старых застройках газопроводы еще бывает идут внутри домов. Вот. Далее мы должны понимать, что техническое обслуживание систем газоснабжения в многоквартирном доме делится на две части. Это техническое обслуживание общедомового газопровода, техническое обслуживание внутриквартирных газовых приборов и газопровода отдельного участка, который там есть. Точкой раздела между общедомовым имуществом и частным является отключающий запорный кран на газопроводе. То есть газ поступает в дом по общему газопроводу, потом приходит в каждую квартиру. За техническое обслуживание общедомового газопровода отвечает управляющая компания, либо ТСЖ. За обслуживание внутриквартирного оборудования отвечает собственник. И каждый собственник должен заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. На сегодняшний день у нас на территории Одинцовского округа практически 100% квартир охвачено договорами технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и внутридомового газового оборудования. Но есть одна большая проблема. Это доступ к квартире. К сожалению, не все жители ответственно подходят к этому вопросу. И не везде получается попасть в квартиру. Прекрасно понимаем, что все работают, что рабочее время у всех такое же, как и у работников газовой службы, но обслуживание газового оборудования происходит раз в год, поэтому необходимо выделить это время и обеспечить доступ работников, потому что газовая служба обходит дом весь. И если в доме возникает утечка газа, то тоже надо понимать, что отключается от газа весь дом целиком. То есть из-за одного нерадивого собственника без газа могут остаться все жители. Вот. Поэтому необходимо обязательно проводить это обслуживание газового оборудования регулярно. На что стоит обратить внимание обязательно и с чем чаще всего сталкиваются службы? В первую очередь это газовая подводка.
То есть подводка газа к плите либо к котлу осуществляется гибкой подводкой. Раньше еще была жесткая, но сейчас ее с каждым днем все меньше и меньше переделывается, она в основном на гибкую. Так вот, гибкие подводки имеют срок эксплуатации. Самый маленький у резиновых – это 3-5 лет. Самый большой у металлических гофрированных – до 15 лет. Соответственно, необходимо ее вовремя менять, контролировать ее перегибы, не допускается ее сгибание и перелом. Вот. И, соответственно, газовые специалисты, когда они приходят в квартиру, они обязательно проверяют подводку, которая должна не иметь признаков растрескивания, не должна пропускать газ. И если есть хоть малейшее подозрение на то, что она требует замены, то ее заменяют. Сейчас у нас действует программа по замене гибких подводок в муниципальных квартирах. Мы предоставляем эти подводки безвозмездно, вот, и устанавливаются они газовой службой. Но хочется заметить, что очень часто, к сожалению, жители пренебрегают требованиям газовой безопасности и закрывают газопроводы и гибкую подводку шкафами либо элементами кухонного гарнитура. Это нарушение требований газовой безопасности, и необходимо обеспечить доступ для контроля визуального и инструментального на сохранность данной проводки. Как оградить себя от мошенников, которые предлагают переустановить газовое оборудование в квартире? На самом деле мошенники – это постоянная проблема, которая есть. Вот. Но обезопасить себя можно очень просто. Ну, первое – это у каждого работника газовой службы должно быть удостоверение. В этом удостоверении должно быть четко прописано фамилия, имя, отчество, название организации, ИНН организации. ИНН организации можно сразу же проверить через интернет, чтобы он совпадал с названием организации. И сразу же в этом удостоверении, не в обязательном порядке, но сейчас в большинстве есть QR-код, по которому можно пройти на сайт организации. Соответственно, второй уровень контроля – это по названию организации проверить, входит ли она в список тех организаций, которые прошли аккредитацию в Министерстве энергетики Московской области. На сайте Министерства энергетики вывешен полный список всех организаций, обслуживающих газовое оборудование на территории Московской области и прошедших аккредитацию. Третий вариант – это можно позвонить в управляющую компанию и узнать, есть ли сегодня обход газового оборудования либо какие-то мероприятия. Потому что обход и проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования обязательно согласуются с управляющей компанией. Они должны обеспечить доступ в подъезды, они обычно обзванивают жителей и предупреждают о данном визите. Системы контроля за газованностью устанавливаются в муниципальные квартиры бесплатно за счет бюджета. Субсидия выдается по факту установки, и, соответственно, управляющая компания обеспечивает сопровождение данной процедуры полностью от начала и до конца. Соответственно, если к вам приходят в муниципальную квартиру и предлагают что-то установить за деньги, вы всегда можете позвонить в управляющую компанию и узнать, а что это за люди, откуда и почему они к вам пришли. На сегодняшний день данная работа у нас отлажена, и все управляющие компании обязаны знать, какие службы газовые на их доме работают в тот или иной день. Конечно, униформа, конечно, люди должны быть с инструментами, вот, и в обязательном порядке должны подписать акт о проведении технического обслуживания. Спасибо за ответы. Напомним, что мы разговаривали с Михаилом Владимировичем Каратаевым, заместителем главы администрации Одинцовского городского округа. И продолжаем, естественно, наш эфир. Переходим к новостям России. Выпуск более 1000 продуктов электроники освоен в России за 2022 год. В текущем году планируется удвоить долю отечественной продукции на внутреннем рынке. Далее о других новостях России. Правительство Российской Федерации на фоне позитивной статистики улучшило прогноз социально-экономического развития государства, отметил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Глава государства также заявил, что в России будет и дальше повышаться экономическая активность. Также в стране отметили и увеличение погрузки на железные дороги. В марте показатель остановился на отметке 2%, а уже в апреле – 3,6%. До конца второго квартала средства в бюджет будут поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов.
Химики Российского университета дружбы народов с российскими и зарубежными коллегами открыли новый класс селеносодержащих циклических органических молекул, получаемых путем реакции циклоприсоединения. Если производство какого-то действующего вещества удается удешевить в несколько раз, то препараты на его основе могут перейти в другой класс и стать из опциональных и редких общеупотребимыми. В связи с этим ученые непрерывно работают над совершенствованием процесса синтеза препаратов или над заменой действующего вещества на более дешевый полный аналог. В России по итогам первого квартала 2023 года средние цены на свежие подержанные автомобили возрастом до 3 лет практически вернулись на прошлогодний уровень. По данным Национального агентства промышленной информации, пик роста цен на подержанные автомобили премиального и других ценовых сегментов возрастом до 3 лет включительно пришелся на второй квартал 2022 года. Далее в программе. Про людей. Наша съемочная группа встретилась с трехкратной чемпионкой Европы по плаванию в ластах Надеждой Ивановой и узнала секреты ее работы тренером. Новости онлайн. В соцсетях Одинцовского округа пишут о его лидерстве по качеству работ в рамках месячника благоустройства и встрече делегаций из регионов для обмена опытом в сфере строительства. Увидимся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ранее в программе. Восстановить за собственные средства. В Мамонове, незаконно раскопавшему дорогу общего пользования жителю, придется вернуть ей прежний вид за счет личных средств. Чистота и порядок. В Одинцовском округе продолжается подготовка парков и скверов к весенне-летнему сезону. Сделать город красивее. Очередной проектный семинар по участию в конкурсе по благоустройству состоялся в Первой Одинцовской библиотеке. За нарушение конфискации авто. Нововведение в Уголовный кодекс России прокомментировали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Впечатления от космоса. В свой профессиональный праздник о традициях космонавтов и внештатных ситуациях на борту рассказала герой России Елена Серова. И воля к победе – цель жизни. Пятый открытый спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Одинцовском волейбольном центре. И прямо сейчас мы напомним вам о том, что мы уже рассказали о важных исторических событиях, которые произошли 13 апреля, а также о праздниках, которые отмечают в этот день. Давайте узнаем, кто сегодня родился. Апреля 1883 года родился писатель Демьян Бедный. Настоящее его имя – Ефим Алексеевич Придворов. Он родился в селе Губовка Херсонской губернии в семье церковного сторожа. Учился в военно-фельдшерской школе в Киеве, после чего в период с 1900 по 1904 годы служил ротным фельдшером. Эти навыки впоследствии пригодились ему во время Первой мировой войны. В революционное время 1905-1907 годов Демьян обучался в Петербургском институте на историко-филологическом факультете. Там же, охваченный революционным настроением того времени, он начал писать стихи. Псевдоним Демьян Бедный он взял во время работы в большевистской газете «Правда», в которой он печатался с 1912 года и до конца жизни. В жанре басни Бедный во многом раскрылся как талантливый сатирик, и его произведения пользовались широкой популярностью. Также в этот день родилась королева и регентша Франции Екатерина Медичи, советский композитор, хоровой дирижер, педагог, народный артист СССР Александр Александров и российский политик и общественный деятель, писатель, телеведущая Ирина Хакамада. Итак, мы продолжаем наш выпуск. Надежда Иванова, трехкратная чемпионка Европы по плаванию в ластах, а еще поэт, мама и замечательный детский тренер. Заниматься с малышами и учить наслаждаться этим видом спорта – главное призвание, говорит Надежда. Она поведала нашей съемочной группе, как достигать победы и в чем секреты работы тренера. Полина Бахова расскажет об этом в нашей следующей рубрике «Про людей».
В третьем классе маленькую 9-летнюю девочку Надю мама за ручку привела в бассейн Одинцовского физкультурно-оздоровительного комплекса. Тогда она не умела плавать и оказалась там впервые, но с того дня с бассейном не расставалась. Стала быстро учиться и уже через полгода выступила на своих первых соревнованиях. И сразу победа. Она и стала стимулом тренироваться усердно и целенаправленно. В четвертом классе выполнила юношеский разряд, в пятом – третий взрослый, и в шестом стала выезжать уже на первенство чемпионата Московской области. В 11 классе девочка выполнила мастера спорта, поступила в финансовый вуз, попала в сборную. Здесь состоялись главные соревнования и победы в ее жизни. Надежда стала чемпионкой России, Европы и мира. Те эмоции помнит до сих пор. Самое сложное – это когда трибуны, команда, все хлопают, кричат. «Россия, вперед, давай!» Ну, это, конечно, очень запоминается. Ты так на мандраже, очень сильное сердцебиение. Еще и такой шум, участники разных команд. Ты уже не видишь что, где, только вот готовишься к старту. Ну, естественно, финальное касание. Ты понимаешь, что все сделано. Год работы, сезон закончен. Ее мировой рекорд на 1500 метров в моноласте держится до сих пор. Но не менее важным достижением она считает свою тренерскую работу. Ведь медали пылятся в шкафу, а детские успехи, их счастливые глаза и искренняя радость вне всяких наград. Главное – подобрать каждому подопечному правильный подход. Важен, конечно, индивидуальный подход. Каждому ребенку найти свой ключик. Видно, что девочки более эмоциональные, более переживательные, мальчики более скрытные. С каждым работа идет по-своему. Кто-то приходит и делает, тот, конечно, ленится. С каждым нужно беседовать, беседовать с родителями. И только вот так создается команда и контакт. Теперь в том же бассейне, где когда-то занималась сама, Надежда тренирует детей разных возрастных групп. В своей работе она использует личный опыт. Ведь ей, как никому, известна цена настоящего успеха и мирового золота. Именно на этих дорожках начался ее спортивный путь. Именно здесь она продолжает его в своих учениках. Плавали утром, встречались в 5:30 и до сих пор каждый день в 5:30 мой тренер Александр Михайлович сидит здесь. Он приходит самый первый, и когда ты приходишь впритык, он уже говорит, нет, это поздно, нужно приходить заранее, готовиться, настраиваться на тренировку. Эти принципы применяет и в жизни. У Надежды настоящая спортивная семья. Муж тоже тренирует детей, а маленькая дочка уже стала победительницей первенства Московской области по акробатике. И, несомненно, среди ее юных учеников наверняка вырастут настоящие чемпионы. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Переходим к мировым новостям. В Китае зарегистрированы 3 случая заражения человека вирусом птичьего гриппа. Исходя из имеющейся информации, представляется, что этот вирус не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку. Поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким. О других новостях в мире мы узнаем далее. Исследователи обнаружили на дне Берингова моря загадочные ряды отверстий. Ранее похожие время от времени находили у побережья Азорских островов. Судя по всему, тихоокеанские ряды отверстий принадлежат ракообразным амфиподам, которые ученые увидели внутри этих структур и рядом с ними. Возможно, беспозвоночные создали их во время кормления в иле, построили в качестве убежищ или чтобы отложить внутрь яйца. Специалисты предположили, что амфиподы и были строителями нор. Остальные животные, встреченные около рядов, либо слишком велики, чтобы выкопать такие отверстия, это касается рыб и морских ежей, либо их конечности для этого не подходят, либо они роют норы другой формы. Итальянские химики разработали новую методику бесконтактного анализа древних костей, которая позволяет локализовать внутри них скопление обрывков белковых молекул и других органических соединений, которые можно использовать для определения возраста останков и раскрытия истории жизни древних людей и животных. В последние годы археологи и палеонтологи начали интересоваться тем, какие обрывки биомолекул могут присутствовать в костях древних людей и животных. Ну а теперь мы переходим к обзору соцсетей. Одинцовский округ в числе лидеров по качеству работ в рамках месячника благоустройства. А еще наш округ посещают делегации из регионов для обмена опытом в сфере строительства. Об этом и многом другом пишут в соцсетях муниципалитета. Подробности в следующем материале.
Руководитель Главного управления содержания территории Московской области Светлана Аипова отметила Одинцова в числе лидеров по качеству работ в рамках месячника благоустройства. Также она перечислила список работ, которые необходимо выполнить за апрель. В их числе уборка мусора, смета, механизированное промывание твердых покрытий, прогребание газонов, мойка контейнерных площадок, ремонт и покраска скамеек, урн, ограждений и другие виды работ. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцова оперативно». Строительство школы в Гусарской Балладе осмотрела делегация из Башкортостана. Главная цель визита – перенять лучшие практики проектирования и строительства школ и детских садов. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». Ученики из Одинцова создадут умную теплицу, подключенную к платформе интернета вещей. Отмечается, что собственную теплицу ребята соорудят в рамках школы молодого инженера. Это изобретение само будет контролировать целый ряд задач. Самостоятельно поливать рассаду, освещать ее специальной фитолампой, управлять влажностью, а также температурой воздуха и почвы. Об этом пишут в телеграм-канале «Одинцова оперативно». Переходим к нашей любимой рубрике «Гороскоп». 13 апреля ожидается яркий и хороший день для всех знаков зодиака. День располагает к путешествиям. Подробнее о прогнозах астрологов в нашей рубрике «Гороскоп». Овны, сегодня у вас два варианта – вернуться к старому или кардинально изменить жизнь. Тельцы, будьте открыты и честны с близкими и коллегами. Наверняка они заинтересованы в плодотворном общении с вами так же, как и вы. Близнецы, хороший момент, чтобы дистанцироваться от социума и обратиться к музе. Ваше творчество порадует многих, лишь позвольте космическим потокам направлять вас. Раки, благоприятный день для занятия спортом и новых открытий. Весна – время свершений. Львы, вам нравится, когда судьба вмешивается в вашу жизнь и делает что-то за вас. Ожидайте такого вмешательства, оно принесет гармонию. Девы, уходить не всегда подходящий вариант. Найдите способ разобраться. Сделайте первый шаг к открытому общению. Весы, оглядитесь вокруг и подумайте о том, кто вас окружает. Может быть, кто-то уже давно хочет с вами подружиться. Скорпионы, посвятите время саморазвитию. Запишите на бумаге, что чувствуете. Наверняка в процессе вы найдете ответы на свои же вопросы. Стрельцы, судьба играет важную роль в вашей жизни, но не нужно приписывать ей лучшее, что происходит с вами. В конечном счете, вы сами творите реальность вокруг себя. Козероги, попробуйте принять все таким, какое оно есть, со всеми положительными и отрицательными сторонами. Водолеи, для вас наступает благоприятное время, и впереди вас ждет много увлекательного. Рыбы, попробуйте отдохнуть и расслабиться, а также подумать о планах на ближайшие выходные. Наталья, какой бы для тебя был самый желанный прогноз в гороскопе? Что все удавалось, все быстро происходило у меня в жизни, наверное, такой, ну, я имею в виду, в профессиональной. Да, и, конечно, хотелось бы, чтобы просто было все хорошо, все были счастливы и здоровы. Да. Вокруг. И это самое главное, когда все счастливы и здоровы, настроение просто повышается до невероятных пределов. Однозначно. Ну, а сегодня мы сейчас вот узнали о том, что нам звезды предвещают сегодня днем. А вот сегодня вечером я знаю совершенно точно, что все будут смотреть телеканал ОТВ, потому что там будет очень интересная программа. Давайте о ней расскажем немножко. С возрастом детские мечты начинают казаться нам несущественными и наивными. На смену им приходят другие, зачастую лишенные обаяния и романтики. Но стоит ли так безжалостно расправляться с юношескими грезами во имя взрослой жизни? Предлагаем вам вспомнить романтическую феерию Александра Грина «Алые паруса». Произведение, в котором говорится, что только верность своим надеждам способна сделать жизнь гораздо прекраснее, чем она является на самом деле. «Алые паруса» – это уже давно не просто название, это символ. Символ любви и надежды, символ веры в мечту и воплощение самых несбыточных грез. Это самые простые и самые важные истины. Если ты можешь сотворить для кого-то чудо, сделай это. Романтическая история Александра Грина «Алые паруса» хорошо известна взрослым. Но вот юные читатели с произведением русского писателя знакомы мало.
А меж тем история мечтательницы о соли и ее избранника капитана Грея способна стать отличным подспорьем в жизни. Вы спросите, чему может научить современных подростков повесть Грина? Давайте подумаем вместе. Наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам прекрасного дня и отличного настроения. Пусть все у вас сегодня сбудется. Удачи, до свидания, до завтра.